Кино на ТВ-РУС. В парке Сквер Гарден убит мой информатор. Я не хочу ничего слушать. Останови машину, либо я выйду на ходу. Я не могу никому доверять. Мне нужна твоя помощь. Разговор окончен. Я не могу обеспечить тебе круглосуточную охрану. Я улетаю в Украину. Ты летишь со мной. Как ты меня заставишь? Я не хочу хоронить внука. Петр Владимирович, здравствуйте. Это иностранный студент. Твоя задача – адаптировать его к нашей жизни. Добрый вечер. Что происходит, черт возьми? Андрей, мне нужно тебе кое-что показать. Это материалы дела, которое расследовал мой отец. Именно из-за этой женщины он и погиб. Настоящее имя этой женщины – Анжела Спринг, кличка Монро. Ее разыскивает Интерпол. Что у тебя на нее есть, кроме этих фотографий? Андрей, ты не понимаешь, насколько она опасна. Я тебе почти ничего не знаю. По-моему, ты знаешь даже слишком много. Наталья Житкова в фильме «Охота за тенью». Воскресенье на ТВ-РУС.